самых популярных видео за все время существования YouTube. В честь 15-летнего юбилея знаменитого видеохостинга была создана подборка самых популярных видеороликов, завоевавших аудиторию в разные годы. Самых популярных видео за все время существования. Рейтинг составили журналисты американского издания Newsweek. Он имеет 7 позиций и начинается в 2005 году. Внимание на экран. Когда видеохостинг только начал набирать популярность, пользователям активно нравились и перепостились записи футбольных тренировок Роналдиньо. В этом видео спортсмен бьет по перекладине ворот 4 раза, и мяч никогда не касается поля. Nike была первой, кто опубликовал это видео, но позже оно было удалено из общего доступа. Ролик прилагается с длительностью 6 минут, в описании. Последующие 2 года пользователи чаще всего просматривали пластинку под названием «Эволюция танца». В этом видео танцор Джадсон Лайвли из Огайо показал, какие танцевальные движения использовались в начале 20 века. Внимание на экран. Музыкальное видео Avril Lavigne Girlfriend положило начало тенденции просматривать самые популярные видео в следующем десятилетии, когда музыкальные клипы для поп-песен станут самыми популярными на YouTube. Хотя клип певицы был загружен в начале 2007 года, он достиг вершины только в июле 2008 года, где и оставался до начала 2009 года. Внимание на экран. Вероятно, один из самых необъяснимых вирусных видеороликов «Чарли снова укусил меня за палец». В коротком ролике два брата Гарри Дэвиса, Карри и Чарли. На видео запечатлен спонтанный момент, когда Гарри прижимает палец к рту брата, только чтобы укусить его. Видео вдохновило множество пародий, ремиксов и ремейков. Это было последнее немузыкальное видео, которое возглавило список самых просматриваемых на YouTube в то время. Внимание на экран! В 2010 год ознаменовался выходом клипа Джастина Бибера «Бэйби». Это видео признано классическим и послужило примером для многочисленных подражаний. Внимание на экран. Хит «Gangnam Style» южнокорейской поп-звезды и рэпера Psy стал самым просматриваемым видео на YouTube за почти 5 лет. А также ролик был первым видео, которое увидело миллиард человек на платформе. Внимание на экран. Но ничто не длится вечно, и в августе 2017 года вирусное видео уступило место популярной песне Луиса Фонси «Деспасито». Это видео является самым популярным видео на YouTube с более чем 6 миллиардами просмотров. Фонси и рэпер Дэдди Янки заняли первое место в августе 2017 года, почти через 8 месяцев после того, как видео было впервые загружено. Ну что ж, вот и все, но мы с вами не прощаемся, далее в программе. Что это за штука? Самые странные находки. Еще 5 минут.
Пожарным не удалось разбудить пострадавшего от пожара. Неожиданных ситуаций, которые заставляют вас задуматься, что здесь происходит. Активист потребовал закрыть выставку со спаривающимися чучелами животных. Сумасшедшие девушки из Тинда, с которыми знакомятся только смельчаки. Не прощаемся, еще очень много интересного.